Границы из космоса не видно. Мы как-то сами ее взяли, расчертили на отсеке. Каждый сидит в своем отсеке и считает, что вот так оно и правильно. Да нет, неправильно. Ты поднимись над картиной, посмотри на нее со стороны. Поэтому, на самом деле, я считаю, что чем больше людей слетает в космос, тем лучше у нас будет с мировой политикой. Они просто поймут, что, черт побери, а что нам делить? Мы должны все проблемы решать вместе. Это наша общая станция. Мы все один экипаж.